Всем привет, друзья! Меня зовут Томас, и добро пожаловать в Whitehaven Prolog. Это коротенькая хоррор-игрушка, это пролог, точнее, игрушки Whitehaven, которая должна выйти в 2021 году. Не знаю, насколько она клевая, не знаю, стоит ли ее ждать, но тем не менее, сейчас, сегодня мы поиграем и посмотрим, что это за игра и что она может нам предложить. Мы будем играть за Чувиху. Вот давайте нажмем на play. Здесь будет сейчас рассказана предыстория. Меня зовут Рэйчел, и я живу в приюте Whitehaven. Два дня назад мой друг Клэр, моя подруга Клэр, пыталась покинуть приют и не вернулась в свою комнату потом. Я очень беспокоюсь. Мне нужно получить ключи от комнаты с ресепшена, с шкафчика на ресепшене, и я выберусь сегодня отсюда. Типа того. Ну, значит, нам нужно будет выбраться, видимо, отсюда. Окей. Хорошо, давай посмотрим, что это такое. Судя по скринам, охренительный графон здесь. А, слушай, я маленькая. В смысле, я за маленькую девочку играю. Это мистер Хлопок. Да, это, короче, мягкая игрушка. Смотрите, есть фонарик, отлично, шикарно. А как его включить? А как включить фонарик? Неизвестно. Подожди, стопэ. Серьезно, как включить фонарик? У меня есть фонарик. Я хочу его включить. Как его включить? Ладно, видимо, он включается сам в какой-то момент. Короче, все, давайте выбираться нафиг из комнаты. Так, что-то какие-то жуткие звуки уже пошли. Что за фигня? Не хочу жуткие звуки. Можно не надо? Хотя, ладно, подожди. Давай посмотрим, что там. Ты думаешь, я боюсь, да, игра? Ты думаешь, я тебя боюсь? Никто тебя не боится. Шучу, мне реально страшно. Ну, реально, посмотрите на окна. Кстати, они... Это решетка, что ли? Или они заколочены? Похоже больше на решетку. Ладно, давайте валить отсюда. Нам, судя по всему, нужно вниз. Я не знаю, насколько это будет короткая игрушка. Не знаю, насколько это короткий пролог. И не знаю даже, насколько он стрёмный. Ой, смотрите, дверь приоткрыта. Походу, нам туда. Да, нам сюда... Эй, в смысле? Мне же на ресепшн надо! Какого чёрта там... Бля, тут пусто вообще. Зашибись, у нас спуск в подвал. Все, больше некуда идти. Больше никуда нельзя. А, во, фонарик включается сам по себе, видите? Я ж говорил... А, сука, ты чё? Ладно. Ладно, это ж хоррор-игра. Она должна чем-то пугать, правильно? Пусть это будет. Пусть лучше это будет закрывающаяся дверь. Хлопающая дверь, точнее. Я не открою эту дверь, потому что нет электричества. А это чё за хер был там? Ну нахер. Походу... О, блядь, что за звук? Так, ладно, это цистерна с газом. Электричество у нас не здесь включается. Электричество нужно включать где-то дальше, судя по всему. Может, тут? О-о-о! А, нет, показалось. Бля, что за звуки? Какой-то кто-то где-то бегает. О, газеты! Приют Whitehaven. Whitehaven приют — это что-то там для брошенных детей. Ну, видимо, приют для брошенных детей. Здесь они могут расти и получать академическое и социальное что-то там... Что-то там. С 1875 года мы заботимся обо всех этих, к несчастью, брошенных маленьких детях, видимо, благодаря вашим донатам. Наши там что-то там, так, это... А, это вот то, что есть в этом приюте, посмотрите. Это библиотека, игровые площадки, всякие там медпункты, классы и все на свете. Ладно, это все, конечно, интересно. Ой, я взял какую-то канистру.
Стоп! Неужели... Это что такое? Это пультик! От того телека! Ладно. Подожди, а могу я вернуться в эту комнату вот здесь? И набрать в... Ну, канистру... Хотя, подожди, если это газ, но он жидкий или нет? Да, судя по всему, да. Все, набрал, отлично. Этого должно быть достаточно, но достаточно для чего? А, наоборот, бля, я сюда залил что-то только что. Вот оно, электричество появилось. Суп-дупер. Давай посмотрим, что у нас за этой дверью. Открыто. Так, хорошечно. Мне нужно что-то, чтобы добраться до окна. Мне нужно найти что-то, чтобы дотянуться до окна. То есть отсюда мы сможем сбежать, смотрите, через окошко. Так. Смешные истории. Funny story. Или смешная история. Или веселая история, что-то такое. Так, погоди, ладно, по этим коробкам мы заберемся хорошо. Но мы же не были в той комнате, которая вон там дальше. Давай так вот сделаем, то что очень громко. Прям нереально громко. Вот сюда пошла эта тень мужика, которую мы видели, когда зашли в этот подвал. Ага, тут заперто. А почему? И даже не написано, что нам нужно искать какой-то ключ, то есть нам... А, сука! Это была Клэр, я надеюсь, она уже далеко оттуда. Какого хера, бля? Ну нахер, валим, все. В жопу это дерьмо. Просто бежим отсюда, нам туда. А тут доносятся какие-то странные звуки. Закроем эту дверцу, пожалуй. И давай попробуем выбраться отсюда. А, они слишком тяжелые, я не могу их перетащить. Эти ящики. Так, и что нам делать? Ну, может забраться, типа, на ящики, нет? Короче, они слишком тяжелые, ладно. Нужно что-то придумать. Может, где-то есть какая-то лестница или что-то вроде... А, нет, не лестница, ну какой-нибудь подъемный механизм. Я не знаю. Или сейчас вот эта дверь откроется у нас. Возможно, вполне себе. Вот, смотрите-ка, вот подъемные вот эти вот штуки. Или... Да, лучше... Проще. Лестница, бля! Бля, как громко, у меня мурашки! Звук настолько стрёмный и громкий, что у меня реально мурашки по ногам пробежались. Ну нахер. Пойдем лестницу ставить. Бля, чё за звук? Чё за звук? Закрой нафиг. Нафиг! Так, лестницу поставили, отлично, шикарно. Сука! Что за хуйня? Это что за хер еще был? Сторож, что ли? Походу, да. Спасибо, что поиграли в пролог игры Whitehaven. В финальной версии ты исследуешь этот приют полностью. Ну и все прилегающие к нему зоны всякие разные. Решишь кучу пазлов, тайны всякие разные и еще больше хоррора. Очень хорошо, очень-очень хорошо. Не знаю, мне понравилось. Ребят, напишите, как вам. Если захотите, ну, чтобы мы потом прошли эту игру, то тоже пишите в комментариях. Потому что я все равно увижу все ваши вот эти комментарии, потом, ну, хотя бы, типа, чтобы не забыть, хорошо? Чтобы вот ваш комментарий был как напоминалка о том, что
Нужно будет ее пройти. Вот. Когда она выйдет, точно не знаю. В этом году написано в Стиме. Ну, посмотрим, посмотрим. Короче, мне все зашло, мне все понравилось. Надеюсь, вам понравилось. Сорян, что такие ролики короткие, но, ребята, мы играем с вами в короткие хоррор-игры. Не мудрено, что ролики такие короткие. И это вообще круто же, на самом деле, что ролики короткие. Ну, типа, успеваем насладиться друг другом и не надоесть, понимаете? Хорошо же. В общем, спасибо всем большое. Еще раз с вами был Томас. Счастливо и до следующих видеостримов. Стримы у нас каждый день после 8 вечера по Москве. Счастливо и до следующих видеостримов.